Министерство по чрезвычайным ситуациям – одно из самых социально ориентированных ведомств, поскольку отвечает за выработку мероприятий по предупреждению ситуаций, в которых могут пострадать люди. И если по пожарам в нашем регионе уже на протяжении нескольких лет ежегодно сохраняется позитивная динамика снижения, то по происшествиям на водных объектах в уходящем году произошел всплеск несчастных случаев. Прошлый год показал все, что было связано с активным отдыхом на воде. Он показал свою проблематику. И все-таки регион столкнулся с тем, что очень много было негативных таких происшествий. Поэтому институт уполномоченного по защите прав человека Владимирской области специально пересмотрели соглашение. Обмен информацией своевременной иногда может спасти жизнь. И я надеюсь на то, что наше взаимодействие действительно принесет пользу каждому человеку и нашему обществу, и права наших людей не будут нарушаться, люди не будут гибнуть, люди не будут тонуть. С главным управлением МЧС России по Владимирской области Людмила Романова бумагу о сотрудничестве уже подписала. Теперь ведомства будут проводить совместную профилактическую работу не только по предупреждению чрезвычайных ситуаций на воде, но и других происшествий.